Давайте, где она? Алло, Людмила. Да, добрый день. Здравствуйте. Людмила, скажите, пожалуйста, вот когда господин Жириновский, друг вашей семьи, приезжает к вам на семейные праздники, какое блюдо вы готовите к такому приезду? Что больше всего любит ваш давнишний друг? Ну, я хочу сказать, что, как говорится, муж обычно у меня готовит плов, который Владимир Вольфович очень любит. Но он, как говорится, всегда вспоминает о том, как его бабушка готовила пшенную кашу с яичком. Пшенную кашу с яичком? Да. Да, и всегда говорит, что это его одно из самых любимых блюд. Да. Во как! Блюдо детства. Драчёна называется. Вот драчёна называется? Кашу, туда яйцо. А я, Люда, думал, что вы готовите заливное из язычков жаворонка. И лобстер термидор окривец с можжевеловым соусом. А каца нет. Драчёна, значит. Да, пшённая каша. Упревшая в постели с периной. Вот там. В постели упревшая. Да, он любит простую пищу. Ещё он любит творожок на завтрак. Людмила, ну вот вам теперь, когда вы так хорошо знаете вашего давнишнего друга, друга вашего мужа, мы должны просить вас помочь. Вопрос тоже касается его, как это, вкусовых качеств. Нет, 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 это даже мы вас не потревожили бы. Вопрос с подвохом, с хитринкой. Итак, друзья, у вас 30 секунд, прошу вас. Людмила, срочно отвечай. Кто автор российского гимна «Боже, царя храни»? Василий Жуковский, Гаврила Державин, Петр Вяземский, Федор Тютчев. Кто из них автор? Жуковский, Жуковский. А спасибо, Люда. Подарок тебе, Люся, и на Новый год, и на 8 марта. Долгий Жуковский, год, Василий Жуковский, автор гимна «Боже, царя храни». Ответ А. А. А если не так? А если не так, отберем диплом выпускницы Московского университета, факультет филологический. Чему их учили? Филолог, культуролог. 50 лет она изучала и преподает русская литература. Ну, возможно, она что-то другое еще может знает. Знать? Значит, что вы говорите? Василий Жуковский. А. А. Ответ А. Ответ принят. Значит, надо сказать, что вместе с драченой в постели с яичком Владимир Вольч от уважаемой Людмилы Авдеевой также получает и весьма полезную подсказку. Это и в самом деле Василий Жуковский. Все. А, правильный ответ. Победа! Победа! Давайте деньги. Где? Что? Так вы же еще не дошли давайте до первой несгораемой суммы. Двигаться. Осталось три позиции.